Всем привет! С вами Елена Смирнова, и сегодня хочу представить вашему вниманию игру экономическую от нашего всеми знакомого админа «Три в одном». Всем вам знаком этот букс. Как видим, я здесь неплохо зарабатываю. И запустил второй проект. Называется «Монополист». Вот. Это игровой симулятор экономический. Так вот он выглядит. Смотрите, уже сколько участников много. Старт проекта состоится сегодня в 18:00 по Москве. Значит, что он нам предлагает? Нам предлагают завод в подарок при регистрации. Далее, серфинг на вывод у нас есть. И что здесь? Вот тоже участников. Значит, и так далее, что покупайте заводы. Так, есть 4 завода на выбор с разной стоимостью и дохода. Так, собирайте продукцию, продавайте продукцию, выводите прибыль. Значит, плавный маркетинг, гарантия доступности, конкурсы и бонусы, открытая статистика, уникальный скрипт, мобильная версия. Есть группа ВКонтакте. Вот здесь на главной страничке нажмете, и можно попасть в группу ВКонтакте. Вступить. Группа ВКонтакте сделана отдельно от игры, от букса, то есть, чтобы быть в курсе событий. Так, давайте я зайду в кабинет. Регистрация здесь простая. Логин, пароль, email. И на почту придет приветственное письмо. Ну, так же само выглядит, как и в буксе, наш кабинет. Значит, здесь у нас реферальная программа. Нажимаем вот на вкладочку «Реферальная система». И наша партнерская ссылочка будет. Свою ссылочку я оставлю под видео. Так, и что у нас? Партнерочка 7,3%. Возвращаясь в кабинет. Далее здесь у нас купить завод. Это наша сумма выплат, статистика. И серфинг сайтов. Доступно 15 штучек сейчас. Значит, здесь у нас о проекте можно ознакомиться, почитать. Новости у нас. Так. Так, уважаемые участники, представляем вашему вниманию наш второй проект от команды «Три в одном». Так, «Монополис Биз». Официальное открытие в 16.03.18 года в 18:00 по Москве. Это экономический симулятор с выводом реальных денег без баллов и кэшпоинтов. В общем, все замечательно. Здесь статистика и помощь. Помощь, здесь у нас вопросы, ответы идут. Кому интересно, нужно как бы прочитать это все. Значит, здесь у нас покупка заводов. Как я уже сказала, нам дается один завод шинный, вот завод за 10 рублей в подарок, и он нам приносит прибыль. После того, как вы зайдете в кабинет, у вас вот здесь, вот в этом уголочке, будет подарок. Это ежедневный бонус. Я уже свой бонус собрала. Вы нажимаете на него и получаете ежедневный бонус. Далее что? Заводы наши, шинный завод за 10 рублей. И количество уровней 7. Далее моторный завод 30 рублей. Литейный завод 50 рублей. И ювелирный завод 100 рублей. И также везде по 7 уровней. Вот мой завод, который дали в подарок. Нажимаю «Собрать». Так, успешно собрано. Далее мы идем на рынок продукции. И продаем. Значит, у меня что здесь? Так, у меня 2351 штука. Нажимаю продать. Вот у меня сейчас на балансе 5.20. Продать. Наверное, еще не работает. Ага, продала. Смотрите, 5.25. Стало 0 штучек. Не так. Далее здесь у нас таблица уровней.
Это все надо изучить. Далее, калькулятор. Тоже можно все подсчитать. Гонка монополистов. Так, лидеры за 24 часа, за 7 дней, за 30 и за год. Здесь будут конкурсы. Вот. Дальше. Здесь у нас бонус за скриншот. Условия для получения бонуса. Закажите выплату ранее заработанных средств в проекте на любую из платежных систем и опубликуйте скриншот либо текстовую копию зачисления средств не менее 5 рублей из платежной системы в теме проекта на форуме и получите бонус в размере 5 рублей на счет для покупок. Дальше. Здесь вот у нас серфинг сайтов. Серфинг сайтов такой же, как и в боксе. Можно работать без вложений на серфинге. Как вот я в боксе работаю. Вот. И без вложений. Ну, а здесь разместить рекламу. Можно размещать свою рекламу. Вот такой вот. Такая вот игра. Далее здесь, что у нас, серфинг сайтов. Здесь указать реквизиты. Здесь платежная система Advocash, Payeer и Яндекс.Деньги. Вписываете, прописываете свои кошельки и нажимаете «Сохранить». Здесь в настройках аккаунта, если кто захочет поменять пароль. Я же хочу купить завод. Значит, для этого что надо? Наверное, пополнить на покупки. Я куплю завод. Так, у нас там завод, по-моему, за 100 рублей, да? Я буду по-любому покупать. А там уже буду смотреть и повышать уровень. Так, заводы, да. Так, рынок, покупка завода. Так, 100 рублей. Вот ювелирный завод. Доходность 23-35% в месяц. Вот. И я буду хочу пополнить тогда на 100 рублей. Сначала надо. Так, Payeer. Меня перебрасывает на платежную систему. Выбираю рубли. Подтверждаю. Так, я пополнила на 100 рублей. И я куплю завод. Так, купить завод. Вот у меня подарочная 10 рублей. И нажимаю купить. Успешно куплено ювелирный завод. Все, у меня куплено 2 завода. Теперь мне пойдет прибыль. И с этого завода. А далее будем уже смотреть по уровням. Повышать. Ну что, кому интересно, конечно, присоединяемся. Можно работать без вложений на серфинге. Я на боксе работаю на серфинге. Ну, у меня, естественно, акции куплены, у меня и дивиденды есть. Но это все со временем, это все как бы выполнимо. И цены, я хочу сказать, на завод, да, тоже нормальные. Не завышено ничего, все хорошо. Я надеюсь, есть будущее у этого проекта так же, как у бокса. Жду вас у себя. На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. Буду проект мониторить и потом в дальнейшем проверять на вывод. Пока-пока.